Ассаляму алейкум, урметли джимат. Меня зовут Абуаев Абдурахим. Сегодня мы находимся в городе Ростове-на-Дону, Северо-Кавказском окружном военном суде. Во время ожидания судебного процесса подъехал кортеж из нескольких машин. Я начал фото и видеосъемку. Ко мне подошли правоохранительные органы и запретили мне делать фотофиксацию, сказав, начали приглашать меня в машину, зачем, почему, ничего не объясняли. Мои данные они могли взять на месте. В это время подошел джимат и объяснил им, что мои личные данные они могут взять на месте. Сотрудник полиции сказал, если его личные фотографии попадут в ресурсы интернет, он подаст на меня заявление в милицию.